знаете, куда мы сейчас собрались ехать? И знаете, куда мы сейчас собрались ехать? На остров Калан! Там белый песочек, бирюзовая водичка. Да, мы еще все-таки в Паттайе, вон видите буквы там? Да, мы еще здесь. Сегодня будем изучать остров Калан. Ну как изучать? Поедем загорать на пляж. Поедем мы туда своим ходом на вот таких лодочках. Плак. Вон там, вот засними. Отправление каждый час. Вот мы на 8 не успели, Полина проспала. Теперь на 9 часов, осталось полчасика подождать, и наш теплоход отправится на остров Калан. Можно поехать туда экскурсии, ну, наверное, под 500 она будет стоить, а можно поехать вон там на городских лодочках. На лодках стоимость проезда от 150 бат за человека. Но мы поедем своим ходом за 30 бат за человека. Утренняя Паттайя уже не спит. Люди все уже собрались на острова. С утра самая прекрасная погода для этого дела. Не жарко. Солнца нет. Кстати, даже немножко дымка. Поэтому хорошо. Вот сколько лодок здесь уже, куча. Папу возьмешь? Да. Иди, конечно. Поплывешь, да. Вот набрали рюкзак еды. Взяли с собой палатку, еду, воду. И надеемся, до половины дня мы продержимся, чтобы нам на жаре там не сидеть. Мы выбрали вот такую лодочку и сейчас будем на нее загружаться. Он едет на один пляж, а там уже на острове сам выбираешь, куда ты хочешь ехать на тук-туке. А если ты едешь на катере за 150 бат человека, то там тебя могут отвезти сразу на тот пляж, на какой ты попросишь. Жилеты будем одевать? Я думаю, надо. Мы решили подняться на второй этаж. Ой, тут так качает. Капитан Врунгель идет. Иди. Мы поплыли. Корабль набился полный. Мы поднялись на второй этаж. Внизу также все полно. И мы отправились немного раньше, на 15 минут. Заплатили 30 бат человека, как и должны были. За Полину денег пока не берут. Как называется наш корабль, мы не знаем. Но не беда он называется, а победа, наверное. Я взяла спасательный жилет. На всякий случай. Ну вот их тут много, они стоят тут в мешках. А там здесь это я.
немножко укачивало. Тебя. Никого не укачивало, кроме тебя. Тебя надо якорем бросать, тащить. Ну, Полину отвлекали, лодочки считали в море. И вроде нормально все. Ты себя так успокаиваешь. Вот уже пляж. Сколько народу. Боже мой, там некуда встать. Вот мы выгрузились. Плей нажал, нажал. Выгрузились. Вот такой вот наш тут кораблик. Люди еще выходят все. Кстати, сланцы порвал. Бежал, торопился. И порвал свои любимые сланцы. Ну, ничего не поделаешь. Всему приходит свое время. В общем, можно выйти направо. Здесь будет такой небольшой пляж. И также можно пойти налево. Вот там, в эту мясорубку. Нам просто тенек, чтобы был для Полинки. Вот оно, горячее солнце. Так, и тут все зонтики, 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 зонтики начинаются. Здесь каменюги. Мы сюда не пойдем, мы вот здесь обойдем. Блин, думали в понедельник с утра мало народу будет. Фигушки. В любой день, мне кажется, здесь мясо. Ну, здесь можно где-нибудь сланцы посмотреть. Так, ладно, пока отключусь, мы сейчас определимся с местом. Место выберем, где будем сидеть, загорать. Ой. Тусня тусней. Короче, мы все никак не определимся с местом. Ну, тут красиво, я ничего не скажу. Тут получается пляж, что-то одни азиаты. Не знаю, что за пляж, мы куда заехали. В общем, еще подходящее место, ну, народу тьма. Вообще не знаем, где остановиться даже. Такое ощущение, что люди просто заходят и в воде фотографируются. И больше здесь никто не купает. Кругом лодки, кругом... А, ну вот там огороженные места есть, там купаются люди. Ну там просто муравейник. С ребенком там. Вот так красиво, согласен. Белый песочек, прозрачная водичка. И даже тоже красивенький. Ну, а пока мы не определимся с местом, меня, блин, что-то тут все бесит. Ни тенечка, ничего, за шезлонг надо платить. Это, конечно, без вопросов. Но надо какое-то хотя бы поспокойнее местечко найти. Поэтому мы пойдем искать дальше. Где остановимся, покажем. Ну, а пока вот такое вот красивое море. Вот такая красивая водичка. И вот такая наша Полинка тут гуляет. Bye.
Каждый занят своим делом. Папка оборудует место для дочи. Дочь играет в песочек. Вика купается. Вот тут выловили такую живность. Вы сами их выловили? Да. Жесть. Наступить на такого опасно. Видно их в воде, да? Да. Мамочка, я боюсь купаться. Вода вообще прозрачная. Чтобы меня было в очках видно. Пис. Вода прозрачная, такая мягкая-мягкая, приятно купаться. Только ежей этих показали, немного страшно теперь, когда плывешь-плывешь и хочешь наступить, смотришь на дно. А Полине не страшно. А Полине вообще не страшно. Сидит вон, ляпает цветочки. Не, ну там пляж получше, вот где мы были, но из-за того, что там столько народу, даже неохота купаться там. Лодки, народ, китайцы, кишмя, кишян. Ну там песочек помельче и побелее. Там прям как глина какая-то. Но на этом острове, наверное, пляжей 8, и все они разные. Можно приплыть на этот пляж и уже на тук-туках, либо на байке здесь ездить по другим пляжам. Ну а мы пока остановились на вот этом скудненьком варианте. Более показался нам, вернее, как сказать, менее любимый. Хотя бы посидеть немножко, прийти в себя после переправы на этот остров. Вот. Сейчас посмотрим, кто там в теремке живет. Тюк-тюк-тюк. Кто в теремке живет? Можно к вам? Да. Пошлите к Полине в гости. Тут всем места хватит. Да? Папу еще надо к нам? Что ты делаешь? Вот и палатка нам пригодилась, не зря взяли. Она продувается хорошо, тут ветерочек, тут сетка, тут дверь открывается. Если нужно, закроется. Возможно, даже спать здесь останемся днем. Ну, не знаю, что. Но пока не уверена. Мы взяли с собой большие запасы еды. Тюк-тюк-тюк. Посмотрим, какой у нас вид из палатки открывается шикарный. Папа тут на лежаке рядом разлит.
вот дно здесь вначале такое немного каменистое, но дальше песочек. Буки стоят, чтобы лодки не заплыли на купающихся. Чтобы здесь сесть, нам, кстати, пришлось взять в аренду лежак 100 бат. Мы взяли один на всех. Но нам удобнее, конечно, на своем пледе загорать, чем на лежаке. Но здесь нет мест, чтобы положить свой плед. Надо ехать на другие пляжи. Кафешечки есть, где можно купить водичку, еду. Мы все взяли с собой. Сам пляж маленький, но зато людей мало.